Здравствуйте, меня зовут Роман Белов, и я юрист. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Здравствуйте, мне не хотят выплачивать субсидию, так как я не заплатила за капитальный ремонт дома. Имеют ли право так делать? Как мне поступить? В жилищном кодексе указано, что плата за капитальный ремонт обязательна для всех. И если у вас имеется задолженность, вам не могут выплатить субсидию на оплату коммунальных платежей. Если у вас сейчас нет возможности оплатить выставленные счета, то вы можете заключить соглашение о погашении долга с региональным оператором, который занимается капитальным ремонтом. Вам могут дать рассрочку, после чего соглашение вы можете прийти в отдел управления социальной защиты населения и сдать необходимые документы. Вам назначат субсидию на оплату коммунальных платежей на 6 месяцев. Но если в течение 2 месяцев вы не оплатите те суммы, которые оговорены, то выплата субсидий будет приостановлена. И помните, что из любой ситуации есть выход. Если у вас появились вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону или в группах в социальных сетях. Доброго вам дня!